Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Понедельник, в Самарской области пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 7-11 градусов ниже 0, ночью минус 7-минус 9. Южный ветер, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи и небольшой снег, днем минус 6, ночью минус 7 градусов, южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, пройдет небольшой снег, днем минус 7 градусов и ночью 7 с минусом, ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 9 градусов, ночью также 9 ниже 0, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.